На Чесноковской сегодня праздник. На 50-летие подстанции были приглашены ветераны, вся трудовая жизнь которых связана с Чесноковской. Они прошли по территории подстанции с экскурсией, которую провел директор западно-сибирского предприятия Валерий Павлов. А потом встретились с нынешними сотрудниками энергообъекта. Очень это впечатлительно, такой порядок, чистота, ага. И такое благоустройство вроде в помещении, и на самой подстанции все. Ага. Мы же те годы работали, ну, масляный выключатель. Я уже вот сейчас говорил, что масло течет, все, мы работаем, надо. Подстанция, расположенная в городе Новоалтайске, встретила свой полувековой юбилей в отличной форме. После недавней реконструкции ее суммарная мощность увеличилась на 40%. А новейшее оборудование сделало Чесноковскую высоконадежным, безопасным и малообслуживаемым энергообъектом нового поколения. Сегодняшние сотрудники подстанции это понимают и гордятся своей работой. Огромное спасибо тем ветеранам, той гвардии энергетиков, которые работали на этой подстанции. Очень было интересно с ними пообщаться, послушать их мнение, научиться ихнему оптимизму жизни. Собравшихся с юбилеем Чесноковской поздравил и глава Новоалтайска Борис Породовский. Он подчеркнул важность расположения подстанции для города. Постановлением Совнаркома статус города Чесноковки был присвоен на 42-м году. В 62-м году он был переименован в город Новоалтайск, но вот ваше единственное предприятие, в черте города, которое осталось с названием Чесноковская подстанция. Вот это исторически, ну это очень здорово. Работникам подстанции, внесшим большой вклад в обеспечение надежности работы энергообъекта, были вручены почетные грамоты МС Сибири, Краевого управления по промышленности и энергетике и администрации города Новоалтайска. А ветераны жалели только об одном. Нельзя повернуть время вспять, чтобы поработать на новом оборудовании. Людмила Ганжурова, Евгений Скрипин, ФСК ТВ, Сибирь.